Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Поиграем сегодня в Battle Block Theater. Ну, конечно же, будем проходить с вами историю, да? Так, обычный режим, безумный. Нет, давайте обычный с вами. Ага, мне нужно, значит, выбрать себя. Нет, я не хочу с такой головой бегать. Давайте сделаем... Блин, мне симпатизирует круглая. Наверное, мы ее оставим. Так, здесь то же самое. А это что такое, шляпа, что ли? Не знаю. Все, в общем. Поехали, ребята, играть. Играю в первый раз, так что не обессудьте. Добрый вечер, мальчики и девочки, дамы и господа. Приглушите свет и закройте свои рты, а я укутаю вас теплым уютным одеялом истории. Моя история трогательнее и нежнее материнского поцелуя. Или нет, но... Когда-то давным-давно был один корабль. Не какая-нибудь дрявая лодка, дети. Настоящий корабль, а на нем было много друзей. Сотни друзей, самых лучших, без исключений. Самый настоящий корабль дружбы. Понимаете, да? А еще с моей стороны было бы некрасиво не познакомить вас с достойнейшим из друзей. Со шляпником. Поздоровайтесь со шляпником. Шляпник был королем друзей в королевстве дружбы. Самым лучшим другом. Живой пример приятного джентльмена. Итак, в одно прекрасное утро шляпники компании поплыли искать приключения. Они думали, что впереди их будут ждать отличные приключения, например, остров таинственный, сделанный из конфет, или куча пиратов ужасных, или они вместе отправятся искать конфетный остров вместе с пиратами, кто знал. Но все это для них было неважно, ведь они вместе, и впереди их ждало веселое приключение. И вот в один обычный приключенческий день настроение у всех было великолепное. Все пели, плясали и играли. Как вдруг океан как бы говорит им: сюрприз! И на них налетел ужасный свирепый шторм. Бам-бам! Да, очень быстро! Крабам! Это был гром! Бац! А вот и молния! Бац! И еще ветер! Вот так! А потом раз, и все кончилось. Все живы? Спросил шляпник. Не знаю, что бы я делал, если бы потерял хоть одного из вас, продолжил он. Но сердце бури очень коварная штука, дети. Никогда не забывайте об этом, потому что тут океан кричит еще сильнее, и буря продолжается. В два раза сильнее. Как будто сам Посейдон протянул им дружескую руку, а они плюнули на него. О да, он просто офигел, очень обиделся. И полился ливень, ни капли били по ним. И доски палубы выгибались, трещали и ломались. И обломки корабля сыпались вниз, как обломки разбитой мечты. И тогда на палубу зашел Реджинальд и говорит: послушайте, джентльмены, я полагаю, что у вас неприятности и все остальное. Да ну, серьезно, гений? А шляпник им такой: эй, не надо злиться. Огромные страшные волны швыряли корабль туда-сюда, туда-сюда. И беспечно сбрасывали то одного, то другого в ледяную неумолимую пучину темного мрачного океана. Все громко кричали: помогите, помогите, плюх, плюх. И тут появился громадный кит. Вот так. Еще стало всем страшнее. А вот там, кажется, суша. Да, вот она. О боже. А шляпник им такой: а ну сожмите булочки сильнее, вперед, там земля. Бац, бац, тадыж. Кораблекрушение. Ибо такую судьбу уготовила им судьба. И хотя казалось, что это конец, на самом деле это было лишь начало нового удивительного приключения храброй команды парохода дружбы. Вот такое начало истории у нас. Какой странный таинственный остров. А что это такое? Весь берег покрыт чьими-то следами, похожим на друзей. Наверное, их принесло сюда течение. Удобная штука это течение. Но куда же они подевались? Кто знает? Я не знаю, а вы? Я не знаю, а вы? Я не знаю. А, добро пожаловать в театр Battle Block Theater. Проходите же. Дверь. Когда? Когда угодно. Ну что же, ребятушки, вот мы играем за этого челдобречка. Так, что у нас здесь вообще есть? Мы куда-то идем с вами. Наверное, наши друзья вошли сюда, чтобы укрыться от дождя. Это разумно, но бррр, какое мрачное место. Тут кто-нибудь знает, что такое уборка? Да, походу, дела нет. Так, что мы мимо? А, смотрите-ка. Опа! Кто это там выглядывал сейчас только что? Какое-то существо. Так, ладно, бежим, ребятушки, с вами далее. Двойной прыжок у нас здесь. Ага, вот нам показывают. А, ясно. Так, хорошо, запрыгнули. Вот сюда. А, ну это у нас сейчас типа обучение идет, ребята.
Ну, я люблю, когда в играх все объясняют, все рассказывают, показывают. Ты смотри-ка, кто там подглядывает-то, а, везде? Ух ты, это что такое? О, какая радость, это шляпник! И смотрите, он уже нашел милых новых друзей. О, они дарят ему подарок, как мило с их стороны. Кажется, это был совсем не подарок. А, и они совсем не милые новые друзья. Просто спрячьтесь и сидите тихо. Они тебя не заметили? О нет, заметили! Сожми булки покрепче сейчас! Ёлки-палки, это что такое? Да уж, это было очень интересно. Так, что у нас получается, шляпника поймали, что ли, ребята, да? Надеюсь, тебе повезет больше, чем предыдущему пленнику. Это коты. Ну, по крайней мере, они на них похожи. Глава первая. Предательство шляпника. Вот она, ребята, начинается у нас великолепная история. 1-1. Это у нас, так понимаю, первый уровень. Давайте посмотрим. Тык-тык-тык. Что здесь надо будет нам делать? Мы с вами выпрыгиваем из клетки. Сцена первая. Бежим. Алмазики. Опа-на. Так, иди отсюда, кошара. Так-так-так, это что такое? Это что такое? Слушайте, кота не подбить, я так понимаю, да? Или можно все-таки? Да уйди ты отсюда. А где у меня жизни? Походу, здесь нету жизни. Полосочки, по крайней мере. Да что ты будешь делать, а? Мне надо, видимо, сюда запрыгнуть. О, отлично. О, мне аплодисменты. Так, далее, что далее нам делать? А, вот и эксит. Ну-ка. Замечательно, выход открыт. В общем, нам нужно забирать, я так понимаю, алмазики, чтобы нас выпустили отсюда. Получается так. Ладно, давайте смотреть дальше. Ранг А. Так, первая дверь у нас пройдена. Сцена вторая. Побежали мы. Опа, отлично. Так, а это что такое? Ну, смотрите. Оу, катапульта. Так, облачки. Ух, замечательно, просто великолепно. Слушайте, довольно забавная игруля. Причем она уже давно, ребята, на просторах у нас. А я в нее в первый раз играю. Офигеть. Так, что? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Блин, а из воды, оказывается, нельзя выпрыгнуть. Да, кошара, иди отсюда. Так, мне нужен вот этот... Подожди, не сюда мне надо. Мне нужно... Да почему я не могу на эти облака? Да что ж ты... Что ж ты прыгаешь-то? Я говорю, на облачко запрыгивай. А ты что делаешь? По-моему, не могу я запрыгнуть. Ладно, давайте здесь глянем. Так. А, вот как надо было. Тут еще, оказывается, у нас головоломки. Ну-ка, что у нас тут внизу? Это, я так понимаю, чекпоинт, ребята. Ох, ты гаденыш, плюется в меня какими-то шариками. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, ребят. Слушайте, нет, действительно, кота нельзя подбить. А почему эксит у нас не горело? Я в него зашел. Хм, ладно, нам-то лучше. Так-так-так, печати нам понаставили. Опять отлично прошли. Вторая дверь пройдена. Ну что же, я вроде бы, ребята, врубился в суть игры. Нам нужно собирать алмазики. И вот кошара утонула, отлично у нас получилось. Так, мне бы вот тут алмазик как-то взять. Давайте попробуем вот так вот. Оп, запрыгнем. Отличненько, великолепно, видите, как все надо продумать здесь. Минимальная ставка, я так понимаю, здесь 3 алмазика. 3 алмазика, так, оп. Видите, да, выход открыт, все нормально. Теперь идем искать выход. Блин, я хочу вот этот алмаз. А как у него? Да иди ты от меня! Ты достал уже, кошара, а? Да, блин, прицепился. Ух ты, а это что такое? Хе-хе, ранец у нас, ё-моё, нифига. Прикольно. Давай сюда. О! Чекпоинт. Так, ну, по-моему, мы не умираем, так что можно здесь вот так вот делать. Шикарненько. Так, давайте заберем вот этот алмазик. Ух ты! Отлично, у нас все выходит. Блин, а кошара-то за мной бежит. Че это он ко мне прицепился-то, а? Давайте отсюда сматываться. Вот он, выход, ребята. Отлично. Слушайте, а мне понравилась игра. Она такая довольно веселая. Но не стоит забывать, что это у нас только начало. Дальше все будет намного сложнее, я больше в этом уверен. Так, отлично, очень хорошо прошли мы. Третья дверь пройдена. Ну что ж, давайте дальше продолжим. Это что такое у нас? Так, вот эти двери мы прошли. Хорошо. Ну давайте. Заходи, не бойся.
Ага, вот у нас 1-4, продолжение будет. Давайте посмотрим, что у нас тут такое. Опа. Товар у тебя? А какой тебе нужен товар, а? Кошара. С автоматами тут стоят. Так, рынок РТ. Странно, почему-то не работает у нас. Help, help. Почему-то у нас это не функционирует. Что-то здесь нужное. Хм, странно. Ладно, давайте тогда отсюда выйдем пока. Орудие, орудие. А как выйти-то? Эй, охламоны. Товар у тебя, нет у меня товара. Блин, я думал, это шляпа, это, ребята, оказывается, какая-то мина. А зачем она, интересно, нам? Ой, взорвался. Хочешь вытащить парочку пленников? Опа-на. Вы выпустили пленника, теперь вы можете играть за него. Изумруды можно тратить только на освобождение пленников. Ага, вот значит для чего мы с вами собираем вот эти вот кристаллики. Мы сможем с вами освобождать заключенных, своих собратьев, так скажем. Хорошо. Так, а что же мне... Так, подожди, сюда я верну, давайте обратно. Так, ну у меня нету 5 этих кристаллов, так что еще одного освободить я не смогу. А как мне вернуться в этот, в миссию-то свою, сюда что ли? Ага, предлагает мне выбрать опять другого. Ну, я не знаю, давайте, наверное, так и оставим. Все-таки он более-менее похож на человечка. Так, get shop. Потрать свои изумруды здесь. Нет уж, я лучше пойду дальше проходить миссии. Ням-ням-ням. И на эксит. В принципе, все легко и просто. Это, короче, коты издеваются надо мной, да? Ой-ой, смотри, смотри, как хитро сделано. Опа. Чекпоинт. Слушай, смотрите, клубочек. Блин, утонул. Ладно, не беда. Так, коты, хорош тут шариками своими, а? Баловать. Дайте ко мне, вот, изумрудик получили. Так, тихо. Ой-ой-ой, смотри, подколол меня как, а? Вот хитрожопый. Кошара, а? Ну, блин, не ожидал я тебе такой подставы. Да что ж такое-то? Туда нам идти нет смысла. Давайте пойдем, значит, вот сюда. Смотрите-ка, он меня огрел шариком, бедного моего человечка. Ну, где? Вот он, вот он. Ага, сюда. Опа, летим, летим. Замечательно. А как мне получить... Ой, чуть не упал. Вон тот изумрудик, который там наверху. Хм, мне не допрыгнуть. Ладно, бежим, 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 бежим. Вот еще тут. Замечательно, все аплодисменты мне, конечно же. За отличный проход. Так, подождите, мне надо... Вот так. Опа. Ай-яй-яй-яй. Не успел, ребята, на облачке это запрыгнуть. Ну да ладно. Давай-давай. Опа. Блин, прикольно. Прикольно тут все сделано, а, ребят? Так, побежали. Ой. Подстава была. Честно словом говорю, это была подстава. Так, 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 так. Давай-ка мы по-хитрому. Вот это пускай пройдет. А теперь мы побежим. О, другое совсем дело. Кошара, отвянь от меня. Вот он меня бьет, мучает. Ай! Тихо, тихо. Фу, нафиг, успели. Вот для чего здесь коты. Они, видимо, нужны для того, чтобы нам просто-напросто мешать, вредить. Ну, тогда я буду тоже им вредить и мешать. Да уйди ты отсюда уже. Так, бежим, бежим. Шикарно, упадите. Ха-ха, упали. Все, выход, ребята, у нас. Прикольно. Ничего сказать не могу. Так, еще одну сцену мы с вами прошли. И получили клубочек. А для чего нам клубочки? Ой, ну правда плохо прошли. С рангом С. Ну да ладно, ничего страшного. Все-таки, ребята, это первый пробный у нас забег. Если вам понравилось, то ставьте лайк. И мы будем в нее продолжать дальше играть. Опа, шикандос. Дальше-то что у нас тут? Так, опять магма, прыгаем. Опа. Да чтоб тебе, а, ну перебор небольшой был. Ну ладно, ничего страшного. Давайте повторим. Опа, тихонько, чекпоинт. Я хочу вот этот вот изумрудик. Вот так, замечательно. Великолепно, выход у нас уже открыт. Так, погоди-ка, тут подстава. А если так? Погоди, мне нужно на это облачко запрыгнуть. Так, отлично, получилось у нас. Вон, чекпоинт. Так, опять кот здесь. Ну-ка, давайте вот так сделаем. А теперь прыгаем. Замечательно, все хорошо. Ну что ж, по идее можно найти нам только выход. Что такое РТ? Кораблик подозвали.
О! Вот это, ребята, зашибись. Очень много тут всяких таких головоломчиков. Пока простеньких. Потом, я думаю, что будет сложнее нам играть. Но, тем не менее, такая веселая, озорная игра. Кстати, это те же самые разработчики, которые сделали в свое время Castle Crusher игру. Компания Бегемот. Так. Также они сделали... Опа, ничего себе. Pit People игру. Ну, в общем, у них нормально так. Они именно вот в такой стилистике работают. Мне так лично очень нравится. Эй, кошара подскользнулся и утонул. Так, погоди, погоди, не толкай меня. Дай мне алмазик. Эй, ребят, подождите, я немножко запутался. А где у нас тут выход? Опа, еще один ход утонул. Выход-то где, а? Блин, жалко, что они не показывают стрелочками. Я заблудился, кажется. Хм, интересно. А, все, я вижу его. А вот как мы вот те... Ах ты, не получилось. Клубочек видели там? Хочется его, конечно, взять. А вот он и выход. Как-то странно, а как мне... Ничего абсолютно не могу сделать. Хм, странненько. Ладно. Еще одну сценочку мы с вами зарулили. Это мы, я так понимаю, спасаем шляпника, да? Ой, вообще ранг Б. Еще одна дверь у нас пройдет. Так, тут у нас что-то, надо подозвать лодочку. А, подожди-ка, лодочка у нас там наверху. А как быть? Как быть-то? Лодочка, плыви. Блин, фигня какая-то. Так, здесь у нас ничего такого нету. Блин, мне нужно как-то подбить. Ну-ка, а, вот. Ё-моё, блин. Так, вот теперь будет лодочка у нас. Музыка такая прикольная. Так, давайте ее сюда подзовем к себе. Прыгаем и поплыли. Ага. Первый изумрудик есть у нас. Ого, ребят, смотрите, мне надо как-то... Ну, в принципе, его можно получить. Сейчас, если быстро-быстро побежать... Оп-оп-оп-оп-оп. Шикарно. Так, дальше сюда идем. И перепрыгивать нам надо. Отлично. Что такое? Ух ты, мы даже ползать здесь можем. Приколюха. Давайте лодочку на воду. Садимся и поплыли. Так, подожди, там... Ага, шарики пускает кошара. Ну, этот изумрудик легко достается нам. Дальше ползем наверх. Вот так. Вот так. Так, тут главное не подскользнуться. Чекпоинт, отлично. В принципе, эксит у нас уже открыт. Давайте, наверное, до него добежим. Опа, ищу. Слушайте, 5 изумрудик, 6 даже. Хо-хоу. Мы должны, по идее, побить рекорд. И пройти на отлично, так ведь? Сцена пройденная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть печатей и ранг А. Ух. Так, ну что, ребята, 6 дверей мы уже прошли. Так, это что такое у нас тут? А, мы сняли типа цепи. Ну, ясно, понятно. Это у нас пройденные. Так, а что у нас тут наверху? 1.7, ну понятно, это следующая миссия. Вот 1.8, 1.9. Так, и главная будет дверь. И так далее, у нас пошли закрытые двери. Хм, очень-очень интересно. Так, сюда можешь прыгануть. У нас, кстати, с вами есть изумрудики. Мы можем спасти еще одного заключенного. С квадратной головой побежал. Слушайте, ребята, я же мог вроде бы и в начале игры таких выбирать. Вот, смотрите, треугольная голова. Ладно, неважно, может быть, их нужно здесь всех освободить. Кто их знает? Ладно, давайте отсюда выходить. Давайте вот такую голову себе оставим. Так. Нет, это все у нас пройдено. Ну что, может быть, дальше пойти? Или же, ребята, уже продолжить в следующей серии, если, конечно, вы такую захотите. Так. Сейчас, ребятушки, у нас еще есть одно дельце. Товар у тебя? Да нету товара. Че надо-то здесь сделать? Я не могу понять, как этот рынок должен здесь работать. Может быть, он только в кооперативе, а? Сюда я зайти в эти двери не могу, хотя стрелочка нарисована, что якобы можно.
выйти тоже не могу. Или же рано еще. Тут два варианта. Или рано, или только кооператив. А, здесь нужно 5 клубочков, ребята, для котов. Все, понял. А у меня только лишь один. Круглоголовый, квадратноголовый. Такие у нас есть, ребята, персонажи. Заключенные, блин. Так. Ну что же. У нас с вами будет сейчас миссия, по идее, должна быть какая? 1.7. Но ее мы уже будем проходить с вами в следующий раз. Ну а на этом я буду завершать. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующих видосиках, если, конечно же, вы этого захотите. А на этом все. Всем пока. И до новых встреч, ребята.